Здорово, бандиты, да-да-да, у нас ивент, короче, у нас ивент, и как получить предметы, на самом деле, я уже почти все предметы получил, сейчас я вам покажу. Смотрите, я получил вот такую, королевская вечеринка, корона, ну, больше для девочек, потом шляпа вот такая у меня есть, питана, так, плечо, это воздушные шары, ребята, бэк, это, соответственно, вот такой у нас рюкзачок, сейчас я покажу, здесь тоже у нас ничего нету, окей, ну, все вроде бы классно, да, получить, смотрите, вы заходите, вот, нажимаете пицца, пицца пати, нажимаете, у вас так оп, открывается, вот сюда нажимаете получить свой, получаете, ребята, его получаете, лучше делать это все с другом на самом деле, почему, сейчас объясню. Потом я зашел вот в эту игрулю, да, я только-только в нее зашел, ребята, и мне сразу же предложили корону, типа забрать свой приз. Если, смотрите, вы заходите с другом, то просто стреляете в друг друга, подбираете пиццу, свою же пиццу тоже можете, ребята, подобрать, подбираете, и все, вам дают там ачивочки всякие, и у вас корона появляется. Также потом я зашел вот в эту игрулю, и здесь уже тоже мы выстрелили друг друга, но с левым парнем, и тоже получил награду. Потом зашел вот здесь, я тоже просто выстрелили друг друга, подобрали свои пиццы и выстрелили, у вас ачивочка сразу вылезает, и мы забрали вот этот рюкзачок. Также вот здесь, ребята, вот эти шарики, как я получил, я их, соответственно, зашел вот в эту игрулю, и здесь тоже просто мы друг друга выстрелили и все. Можете в другие еще заходить, потому что, смотрите, вот здесь идет, если вы вот этот хотите получить, вот такой, ребята, вот такой, то должны быть вместе с админом, в обществе мероприятий получить призы, на чтобы с вами был админ. Вот в одной из игре с вами админ, тогда, значит, получите. Такой, ребята, чтобы получить цветом, нужно, чтобы с вами какой-то ютубер, то есть известный, скажем так, ютубер, у вас выстрелил, тогда вы получите вот такую. Вот это только от разработчика, ребят. Если у вас разработчик, соответственно, выстрелит, то вы получите вот такую штуку, если вы будете с разработчиком. Прикольно. Ну, прикольно придумали. В принципе, у вас свой миниган такой получается. У вас получается вот такой. Сейчас я вам покажу. Все, у вас вот такой бот. Сильно не отличается. Как получить вот это? Соответственно, здесь пишется то, что, я как понимаю, нужно сделать, чтобы у вас было в общей сложности 5 наград. Если даже читать вот по этим наградам, 1, 2, 3, 4, 5. 5 у нас есть. Возможно, считаться вот с этим, тогда вы получите вот такие арбузные крылья. Их как бы в инвентаре нету, они, видно, сами потом добавятся вам. Либо, ребята, считаются награды, знаете, что это, типа ачивочки, сейчас вам покажу. Нажимаете, соответственно, инвентарь, потом здесь значки. И у вас здесь такие значки, видите, я ходил по всяким играм, у меня, в принципе, их тоже 5 уже есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще похожу, ребят, я во все игры, наверное, зайду. Я думаю, я зайду во все игры. Получу максимум хотя бы ачивочек за то, что зашел. И да, и буду ждать, когда мне упадут крылья. Сейчас пока крыльев нет, возможно, они потом придут уже. Все, в принципе, на этом все, ребята. Всем спасибо и пока, с вами был Тим. Просто заходите и стреляйте друг друга, лучше с друзьями. Все очень легко и просто.